Друзья, хочу сегодня поделиться с вами советом, это вернее даже такая кухонная хитрость, которую знают повара. Как правильно проверять брокколи? Многие из вас прокалывают ее ножом, чтобы понять, мягкая или не мягкая. Я советую прокалывать все-таки больше вилкой, потому что именно вилка за счет своей формы и толщины дает правильное ощущение готовности, а нож сильно тонкий для этого. Поэтому, когда легко, непринужденно вилка входит в брокколи, тогда она готова. Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе.